Здравствуйте, с вами Владимир. Расскажу вам сегодня о крыльях в игре Dragon King. Открываем вкладку крылья. Здесь мы видим слева, какие крылья возможны за весь период игры на данный момент. Справа видно, какие статы добавляют крылья. Вот здесь мы видим, на каком уровне и сколько добавляет статы, и как добавятся статы на следующем уровне. Вот. Здесь также видно, какие у меня здесь крылья открыты, они вот зелененьким отсвечиваются. Вот. Статы крыльев суммируются. Вот, так что их можно улучшать. Улучшать крылья можно за кнуты тренировки крыльев. Вот у меня 94. Они отображаются в инвентаре. Вот они. Вкладка оперения в крылья. Не нужны для улучшения. Также можно улучшать забалины. Как мы видим, вот сколько нужно на следующий уровень. Но не на следующий уровень, чтобы улучшить 50 раз. Также крылья можно переводить в другой этап. Вот. Для этого нам будут необходимы души крыльев. К сожалению, у меня их нет. Вот они до следующего этапа. Нужно 15 штук. На этом этапе нужно только 5 штук. Они у меня нулевого этапа. Также крылья можно купить в магазине забалены. Вот, открываем вкладочку крылья. Здесь можно купить только 8 штук. Также крылья даются за ивенты, за пополнение счетов. Также крылья можно достать из колодца желаний третьего. Вот они есть. Они необходимы для... Именно этот вид крыльев необходим для сбора сетов. Также можно купить в ежедневной распродаже. Те крылья также нужны для сбора сета. Сейчас я вам покажу. Вот крылья, которые я вам показывал из колодца желаний, а это из ежедневной распродажи. Всем спасибо. Заходите в группу RBK Games, участвуйте в конкурсах, получайте награды.